Привет, друзья! Вы на канале Demido Production. Сегодня у нас интересная очень посылочка, которая пришла с сайта AliExpress, которую прислал нам один китаец. Здесь у нас, короче, находится дальнометр. Лазерный дальнометр. Самый, недорогой, можно сказать. Вот так вот. Вот такой коробочкой он поставляется. Данный дальнометр измеряет на расстоянии до 40 метров. У продавца очень много всяких вариантов таких дальнометров. Вот здесь вот у нас указано, что он рассчитан на 40 метров. Также есть 60, 80 и 100 метров. Эта модель у нас называется SWT-40, то есть на 40 метров. Также есть, как вы поняли, уже SWT-60, 80 и 100 метров. Ссылочку на эту модель я оставлю в описании. Также оставлю в описании ссылку на продавца, у которого есть остальные дальнометры. Так как это очень качественный товар и продавец очень надежный, отзывчивый и в любое время подскажет вам что-то, расскажет и т.д. и т.п. И вот такой вот сам дальнометр. Он маленький и очень удобный. Давайте посмотрим, что есть в комплекте. Здесь у нас дальнометр, сумка для дальнометра, сумка для... можно подцепить данную сумку на ремень и носить его на ремне. Также есть у нас вот такая вот пластина. Данная пластина нужна нам, когда не отображается от стены. То есть притулить эту пластину к стене, с которой вам нужно померить, и он будет отображаться. Также у нас в комплекте еще есть ремешок, который мы можем крепить к дальнометру. И вот такой вот маленький мануальчик на английском языке. Кому что непонятно будет, можете почитать. Здесь все написано, как пользоваться данной штуковиной. На самом дальнометре у нас присутствует один индикатор положения. Здесь у нас устанавливаются две батарейки типа 3А, то есть мини-пальчик, в народе, как говорится. И, собственно говоря, вот таким образом он работает. Давайте найдем батарейки и попробуем его включить. Итак, друзья, вставили мы батарейки, и давайте попробуем включить его, посмотрим, как он работает. Как видим, он очень компактный, то есть умещается на ладошку, очень маленький и очень легкий, то есть он не будет мешать при работе. Включаем, и нас встречает вот такое вот табло. По функционалу, это у нас получается кнопка «Измерить», то есть мы ее нажимаем раз, оно вымеряет расстояние, нажимаем второй раз, оно нам его показывает, то есть 6,43, то есть 64 сантиметра. Вот эта кнопка Off Clear, это сброс. Кнопочка плюс-минус, мы можем прибавить или отнять расстояние. То есть, если мы измеряем в одной стороне, здесь у нас получается 81 сантиметр, нажимаем плюс, измеряем в другую сторону. Здесь получается 66, в сумме 1,47 м. То есть, он, получается, прибавляет или уменьшает расстояние, которое мы измеряем. Это снимаем, убираем. Вот эта вот кнопочка у нас отвечает за то, как мы меряем лазер. То есть, как расположен по отношению к стене, например, сам прибор. То есть, как мы видим, вот здесь вот нарисовано, что снизу, то есть, меряется от этой части и вперед. То есть, получается, лазер идет от стены до стены. То есть, мы можем прислонить к стене и меряем от стены до стены. Нажав эту кнопку, мы можем изменить показания, будет меряться с вот этого момента, то есть минус вот это расстояние, и с вот этого края будет меряться до стены. То есть для разных способов измерения мы будем выставлять разные способы на самом приборе. И также у нас есть вот эта вот кнопочка, которой мы можем измерить площадь комнаты, или квадрат, или треугольник. То есть нажимаем раз, это у нас получается, мы можем измерить квадрат. Нажимаем второй раз, мы можем измерить куб. Нажимаем третий раз, мы можем измерить треугольник. И нажав на вот эту вот кнопочку, мы можем сохранить результат. То есть, например, измерили и сохранили. Вот первое показание это, то есть, несколько ячеек для сохранения данного результата. Вот такое вот нехитрое приспособление, очень полезная вещь. Как я говорил уже, этот лазер, то есть дальномер рассчитан на 40 метров. Также есть на 60, на 80 и на 100 метров. Все ссылочки будут в описании под видео. Кому интересно, переходите, покупайте. Штука реально полезная, очень нужная. В принципе, на этом у нас все. Вот такая, друзья, посылочка была сегодня у нас.
Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите, есть ли у вас такой дальномер или пользуетесь, может быть, подобным дальномером. Данный дальномер очень качественный, его могу советовать спокойно к покупке. И, как уже говорил, ссылочки все будут в описании. Спасибо за внимание, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.
There's a meter, refractor, probe, bag, and user's manual and gift box. Turn on, you can start your measuring. Press twice, you can get a distance. Clear it. This key is for area, volume, and also can change to Pythagorean mode. So, for example, let's come to area. 1, 2, and then you can get the result. Area. Clear it. Let's come to volume. 1, 2, 3. The volume. Clear it. For the Pythagorean mode. One, two, you can get a result. Clear it. This key is for reference points and unit switch. So, the device reference point by default is rear. That is to say, the distance you measured is from the bottom of the device, from the bottom of the device, including the lens of the device itself. You can also change to another mode. You can measure the distance from the top of the device, not including the lens of the device. Okay, for a unit switch, long press, meter, inch, FT. This key for additional. Subtraction or sound. And this key to save. Saved result. Save it. So, long press to turn off the device.